Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是俄罗斯农报记者杨鸿飞，我现在的位置是俄罗斯圣彼得堡的涅瓦大街。6年前，第22届奥林匹克冬季奥运会就是在俄罗斯的索契举办的。那么现在随着北京的2022年冬奥会和冬残奥会的脚步越来越近，俄罗斯的民众对北京冬奥会有什么样的期待呢？让我们一起去了解一下吧。Всем привет, меня зовут Артемий, я живу в России, в городе Санкт-Петербург.Да, конечно, думаю, это будет эффектно и величественно. Хочу это увидеть хотя бы через экран телевизора или на телефоне. Ну, из зимних видов спорта мне интересен конькобежный спорт. Мне кажется, это довольно захватывающе и сложно удержать баланс, поэтому за этим интересно следить. Получилось футуристично, как мне сказали, дизайн передает шелковую ленту, такая ассоциация. Мне тоже очень нравится, поэтому я ставлю лайк.В первую очередь, чтобы было уважительное отношение между спортсменами, чтобы не было какого-то, какие-то разногласия по национальным причинам, либо политическим, чтобы в голове самое главное был спортивный интерес и преодоление своих возможностей. Успешно организовать процесс всех Олимпийских игр, чтобы это было безопасно и удовольствие получили организаторы, участники и зрители. Каждый получил удовольствие от процесса. Hello, 大家好，我叫潘伟涵，我是一名在俄罗斯圣彼得堡的留学生。对本次北京举办的冬奥会最大的期待就是希望看到我们中国的奥运选手们能为国争光。我觉得本次冬奥会能给外国友人展现出在世界疫情如此严峻的情况下，中国的防疫措施能做得如此之好，我们民众生活还是如此井然有序，如此正常。我觉得会给世界和其他国家做出一个很好的榜样，就是疫情在大家的齐心协力下一定可以战胜的，一定可以战胜的，我们一定可以渡过难关。本次冬奥会我最期待的项目一定是滑雪滑冰了，我十分期待选手们穿着有中国特色的衣服，然后展现出我们最好的风采。我叫刘泽成，然后我现在就读于圣彼得堡国立大学，我在这儿已经生活了将近快4年。我觉得这次北京的国家速滑馆特别有设计魅力，我特别喜欢它的设计理念和它那些独特的造型，它有那种冰丝带的那种形状，特别吸引我的目光。我最想看到的是单板和双板的滑雪项目，因为我本身我也很喜欢单板这项运动和双板，所以我特别希望在冬奥会上能看见这个运动。